Всегда хорошо домой съездить на Новый год, тем более. Было время разрядиться, чуть отвлечься от хоккея, с семьей побыть, Москву посмотреть, погулять. Поэтому сейчас с новыми силами. И Новый год начинаем как с новой страницы, сейчас чистого листа. Все очень быстро прошло. Я только 29 вечером приехал домой. Буквально 3 полных дня и 2 числа утром уже уехал. Ну, за эти дни все равно успел встретиться со всеми родственниками. Такие насыщенные получились праздники. Хороший Новый год. Встретился с семьей. Сын приехал из Петербурга, я приехал с Сахалина. Повидал маму, помог ей немножко. С сестрой встретились, с женой встретились. Провели саму новогоднюю ночь на горнолыжном курорте под Омском. Ну, это большое, так громко сказано, горнолыжный курорт. Ну, во всяком случае, какой-то спуск там был, сноуборд, горные лыжи, морозная погода. После Нового года все ребята приехали с позитивным настроением, тренировка проходит, я смотрю, очень весело, все работают с большим желанием, надеюсь, что это все перенесется на игру. Да я ничего не загадывал. Я семье так только загадывал. А подарили? Подарили? Да что ты, одежду? Носки? Нет. Поприличнее. Самым главным подарком была встреча с родственниками и с семьей. Когда любимая работа, тогда как бы не очень проблематично. Труднее было, наверное, моей семье, жене, маме. По них сильно скучает. Мы тренируемся уже с 3 числа, были и нагрузочные дни. Сейчас немножко нагрузки падают, и думаю, к играм мы должны подойти в оптимальной форме. Все плотно идут в таблице, и я думаю, они будут пытаться использовать все шансы, чтобы зацепиться за плей-офф. Ну, все знаем, выездное судейство какое в этом году, так что шансы есть у всех. Обязательно идет нагрузка, идет функциональная подготовка хорошая. Мы контролируем в данной ситуации все наши возможности, готовимся к играм, знаем, что они будут непростые. Выездные игры всегда складываются достаточно трудно. Ну, во всяком случае, команда в полной боевой готовности, травмированных нет, больных нет, 26 человек на площадке, все работают, все трудятся, готовы в любую секунду оказать сопротивление любому сопернику. Заметно еще появились ребята, мне кажется, что появилась конкуренция, и все стали работать намного лучше, чем было до Нового года. Ну, естественно, отдохнули ребята.